Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот комбайн Акрос 595+. В отличнейшем исполнении, полностью подготовлен, не требует вложений. Может быть, конечно, какие-то там минималочки, что-то такое там, и нужно будет подделать, довложить. Вот. Но фактически показываю, рассказываю, как есть. Резина в достойном состоянии, но есть проблема у комбайнов вообще, да, вот эта вот резина. Она почему-то лопается, да, это что-то белка, наверное. Белшина, да, точно. Вот белка, соответственно, она постоянно в лопинах, но держит уровень, здесь все хорошо. Дальше, значит, подъемная камера. Здесь видно сразу, что стоят абсолютно новые. Да, то есть хозяйство заменило уже. Единственный косячок, который есть, был пойман камень. Да, и вот я даже сделал специально фотографию. Вот здесь есть заметки. Это единственное что-то. Может быть, что-то такое подварить. По гидравлике и так далее. То есть завести комбайн, продемонстрировать его, покататься. Вообще не проблема. Любому все сделаем. Гарантированно. Демонстрирую, что это комбайн 2016 года. Двигатель здесь стоит Cummins, то есть это там 300 с копейками лошадиных сил. Вот он полностью продут, прочищен. Фотографию двигателя я вам сделал, подниматься туда не буду. Вот заднее колесо показываю в достойном рабочем состоянии, не новье. Да, то есть видно, что цепи вот в прошлом году, вот прям с уст механика, что называется, в прошлом году убрали семечку. Кстати, комбайн работал только на зерне и только на семечке, больше здесь ничего не убирал. Вот, значит, в прошлом году убрали семечку. И на этом все. Он встал, соответственно, обратите внимание, ангарное хранение. Он встал в ангар, его полностью обслужили, полностью заменены все фильтра, масла, подшипники по необходимости. Вот, и, соответственно, вот теперь продается. В связи с тем, что количество... гектар земли здесь в хозяйстве небольшое, да, хозяйству нужно всего лишь на все три комбайна. Вот, вот этот продают только потому, что это четвертый. То есть распределение организовано таким образом, что три комбайна свободно справляются с уборкой полностью зерновых культур. Все. Значит, ножи. Ножи были заменены. Так, ножи были заменены, кстати говоря, тоже осенью. То есть вот этот измельчитель... Ножи, кстати говоря, я тоже сфотографировал, но тут темновато. Вот, были заменены в прошлом году. То есть любые проверки, да, там приезжайте, все покажем, все расскажем. Единственное, что данный комбайн мы можем продать только без НДС. Вот, с НДС продать мы можем, но будет, соответственно, намного дороже. Здесь готов вынужден проговорить. Что я еще хочу сказать? Мы работаем, мы можем предоставить кредит, мы можем предоставить лизинг. Мы можем предоставить обмен. Причем лизинг на без НДСный комбайн 2016 года, он возможен. То есть мы тоже поможем, если что, оформить. Есть у нас банк, с которым мы сотрудничаем, вот, который, соответственно, именно без НДСный. Фотографию также предоставил. То есть прочищено, продуто. Ну, прежде всего, я делаю просто визуальный видеообзор. Подшипники, ну, как я вот смог проверить, да, там каждый вал пошатал и так далее. На мой взгляд, это все в рабочем состоянии. По факту необходимо, еще раз повторюсь, необходимо приехать, завести, полностью весь прокрутить, посмотреть, чтобы вы посмотрели прежде всего сами, что с этим комбайном происходит. Значит, я скажу так, комбайн в очень достойном состоянии, вложений он на данный момент... ну, может быть, каких-то незначительных и потребует. Цена будет указана без НДС.